Поступление компьютерной техники в школы – это не шаг к дистанционке, это шаг к улучшению системы образования. Вывести ее на новый качественный уровень, а также сделать доступной и равной для всех, как в городе, так и в маленьких селах. Очередная партия ноутбуков для школ поступила в Ульяновскую область. Сегодня их привезли 165 штук. Всего же область по программе получит практически 4000 ноутбуков. Ими смогут воспользоваться как преподаватели, так и школьники. Сканеры, принтеры и копиры пришли еще летом. Поступила и первая партия ноутбуков. Сегодня еще один завоз долгожданной техники. В этом году 101 образовательная организация оснащается компьютерной техникой. Итого придет более 3800 ноутбуков, более 200 интерактивных досок и более 100 многофункциональных устройств. Директора школы уверены, новая техника позволит прокачать процесс обучения, сделать его оперативным и увлекательным. А еще, если будет нужно, позволит наладить дистанционное обучение в каждой школе. Время не стоит на месте, необходимо все больше и быстрее. С учетом новых образовательных ресурсов, это информационного дистанционного обучения, это все необходимо. Поэтому мы очень рады, что наконец-то добавится еще и 30 ноутбуков, которые будут, будем говорить так, восполнен наш информационный центр. Очень важно обновлять нашу материально-техническую базу, потому что необходимое количество ноутбуков. Затем у нас обновит и нашу материально-техническую базу и даст возможность предоставлять ноутбуки тем семьям, которым они необходимы, многодетным, малообеспеченным, в рамках тех мероприятий, которые мы проводим. Поступление ноутбуков – это второй этап федерального проекта. Следующее поступление – интерактивный досок, по две в каждую школу. Также до 2021 года в каждую школу, будь то городская или сельская, проведут интернет. Максим Бажанов, Бахтияр Салтанов, репортер 73.